продолжаем обзор наших эксклюзивных коллекций. Это действительно капсульная коллекция, которая пришла с мировых выставок. Сегодня я покажу шикарнейшую, на мой взгляд, модель, которая выполнена в длине 1,25 м. И эту модель мы можем рассматривать запросто на дам size plus. Но начинается она с 46-48 и, конечно, выше. Мне она нравится безумно. Вообще люблю работать с этими моделями. Проймочка снижена. Можно один размер одеть буквально на несколько объемов. И, конечно, это пальто статусное. Первое. Оно выполнено 1/2, как я всегда говорю. Это по спинке идет кашемир Лора Пьяна Италия, который ценится во все времена и во всем мире. Это статус, это роскошь, это изящество. Но и впереди мы видим, оно выполнено в меховом исполнении. Это мерлушка, которая у нас идет, напоминает мех с вакару, да, с характерным завитком. Оно смотрится просто шикарно, но и в отделке по диагонали. В обортовке идет полностью норочка. Норка идет канадская. За счет этого, за счет вот такой вот норочки, которая выполнена по всем полочкам левой и правой, оно зрительно вытягивает и стройнит нашу фигуру. Итак, я бы назвала даже это, знаете, как утепленный вариант пальто, который сослужит нам с вами на холодное межсезонье и, конечно, на зимний период. Работа handmade лейба есть. Далее, посмотрите, как оно сшито. Где идет мех, обязательно подкладочная ткань, чтобы шкура не деформировалась, имела форму. Это тоже очень большой плюс. Классное пальто. Вот. И еще, это пальто вообще идет на запах. Но кнопки мы можем дать. То есть, когда вы получаете, вообще такие пальто носятся на запах в основном. Но когда вы получили изделие, в кармане есть две кнопочки, и вы можете ими воспользоваться. Две или три мы можем положить, это не проблема. Стоимость изделия 198 тысяч рублей. Итак, статус, роскошь, изящество на все времена. Карманы у нас с вами есть, они прорезные, они рабочие, они очень удобные и комфортные. V-образный воротник, но он здесь такой вот не разухабистый, он аккуратно, зрительно вытягивает, ложится по нашей верхней зоне и зрительно вытягивает зону груди. Я это пальто вижу, конечно же, как с классической обувью, но и запросто, сняв пояс, вы можете носить с зимними кроссовками. Либо, я думаю, что запросто также можно одеть туфли. Шикарное изделие. Вот таким вот образом. Очень хорошая пройма, рукав не заужен, поэтому, пожалуйста, дамы, которые с пышными формами, эту модель мы с вами можем также рассматривать. Итак, стоимость изделия 198 тысяч. И вы часто спрашиваете, как приобрести изделие в рассрочку. Вы отправляете номер телефона после того, как мы подобрали изделие, фамилия, имя, отчество, и с вами связывается представитель от наших салонов Екатерина. После оформления рассрочки, одобрения банка, мы сразу же в этот день формируем отправку. Это две транспортные компании уже на ваш выбор, СДЭК либо Почта России. Итак, будьте с нами, а у ее мечты есть имя Олимпия. Торопитесь, потому что цены действительно летние, летние предложения, и они могут меняться. Всего хорошего. Я хочу показать роскошь, которая мне нравится очень. Не только то, что она действительно выполнена из канадской норки, это 1/2, как я всегда называю такое изделие. И посмотрите, а сзади идет ткань Лора Пьяна. Сейчас я подробно про него расскажу. Проймочка спущена. Дальше. Впереди норка, длина изделия 120-125 сантиметров. Это получается как утепленное, шикарное пальто, которое точно можно носить как в холодное межсезонье, так и в зимний период. Элегантное пальто, V-образный воротник, стоимость изделия 199 тысяч на кнопках. Кнопки выполнены тон в тон, что очень удобно. Кстати, оно идет эскизом. Это ваша подлинность, гарантия и безопасность для наших покупателей. Я всегда говорю, когда изделие меховое, идет кис. Если иностранный производитель, это красный. Ну и, конечно, если зеленый, это наш производитель, отечественный. Пояс есть, он, значит, утопает. Вот здесь вот такие есть прорези, да, в боковых швах. И спинку, опять же, мы оставили свободное. Элегантное изделие. Я считаю, вы знаете, в нем даже вот статус совершенно другой, походка другая, все меняется. Но а чтобы здесь грудка была прикрыта, можно повязать шикарный, хороший, красивый палантин ярких,
более пастельных тонов, абсолютно разные. Прорезные карманы у нас с вами есть. Размерная сетка здесь будет работать небольшая. Это где-то 46 и по 54 размер. 56 под вопросом. Нужны мерки, объем груди, бедер и ваш рост. Бесшовная технология. Ни одного шва по рукаву вы здесь не найдете. Такую технологию могут позволить себе только фабрики, которые действительно работают на кашемире. Кашемир, я еще раз говорю, Италия, Лора, Пьяна. Обязательно хочу надеть перчатки к этому изделию, чтобы вы посмотрели. Рост у меня 168, ношу я размер 48-50. Удлинили рукавчик, но таким образом это изделие может одеть и даму, у которой рост свыше 170 сантиметров. Элегантность, роскошь, изящество, все в этом изделии. Очень удобная база, так как зона груди и бедрышек идет немножечко узловатая, а к низу, обращаю ваше внимание, идет на заужение. Это очень большой плюс. Вообще в этом лекало, я считаю, что все продумано. Данную модель можно носить, когда пошли первые заморозки. Пожалуйста, оденете туфельки, ботиночки, да и вообще, если убрать пояс, я думаю, что можно одеть запросто, конечно же, и с кроссовками. То есть тут постелью уже подбираете сами. Смотрите, насколько оно элегантное. Спинка остается свободная. Прорезные карманы у нас есть. Здесь не накладные. Хочу показать по спинке. Но и, конечно, черный цвет – это всегда мода, это роскошь и изящество, как я всегда проговариваю. Мы будем ждать ваши мерки, объем груди, бедер и ваш рост. Это очень важно, прибавок никаких делать не надо. И еще, все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн оформляется рассрочка без процентов и переплаты. Хочу показать, как сшито данное изделие, данная модель. Посмотрите, норочка у нас идет, где сам мех обязательно на подкладе. Да, то есть сделано аккуратно, нисколько не утяжеляется. Но и мы знаем, что кашемир очень хорошо повторяет форму вашего тела, никогда не садится практически на подклад, но с великолепной теплоотдачей. Даже если вы зашли куда-то в помещение, смотрите, поясок можно убрать в карманы, или пусть он просто будет. Но, кстати, пояс можно надевать и сверху. То есть, в принципе, его можно убрать вот таким вот образом. И пальто можно носить вообще без пояса. Оно не потеряет нисколько своей красоты. Итак, шикарное изделие, которое заслуживает определенный, в общем, статус, внимание. И, конечно же, будем ждать ваши мерочки, объем груди, бедер. Еще раз повторяюсь, не делайте прибавок. Это очень важно. На сегодня все. А я, как всегда, говорю, что у ее мечты есть имя Олимпия. И мы идем дальше.